Сегодня, 17 апреля, железногорские православные верующие отмечают Великий Четверг. Четвертый день Страстной недели, в которой вспоминается Тайная вечеря. Но даже и невоцерковленные граждане, как правило, чтут традиции Чистого Четверга. Делают генеральную уборку в своем доме, начинают красить яйца и печь куличи. Продолжаются и общегородские субботники. Так уж совпало, что именно в чистый четверг на уборку улиц родного Железногорска вышли работники реакторного завода ГХК. Они приводят в порядок улицу Свердлова. Завтра за метлы и грабли возьмутся сотрудники администрации. Им отведен участок в районе площади Победы. А 23 апреля будет субботник у атомохраны. Добавим, что уже отработали в НИПЕД, управление образования, ПТП, ГТС и несколько подразделений горно-химического комбината. Всего около 700 человек. Так что есть все основания полагать, что к 9 мая город приобретет достойный вид.